честно вам скажу. Прямо у нас как-то в русской традиции таких страшных историй нет. Вернее, они есть, но в случае сказок у нас. Это, понимаете, это прямо вот, это просто страшно. Это буквально, вы сейчас ужасную историю, которая разыгрывается. Гуляли три мальчика, они гуляли себе спокойненько гуляли, собирали цветочки, бегали по полякам. В это время прибежали они к какому-то домику, в этом домике был лесник. Дальше там ужасы, которые я пересказать не могу, потому что ужасы. После этих ужасов к этому мяснику пришел святой Николай. Я вам уже говорила, что святой Николай заступник всех обиженных, особенно детей, а во Франции особенно детей. И пришел святой Николай, отчитал этого мясника, сказал, что он ничего у него не будет есть, потому что он знает, что все это несъедобное, и есть это нельзя. Мясник в ужасе от того, что вся его тайна раскрылась, убежал как безумный в поля, а святой Николай воскресил трех детей. И все кончилось хорошо. Но ужас, который, я вам честно скажу, но ужас, который переживаешь, как мама, во время вот этого происходящего, начинаешь сразу вспоминать красную шапочку. В общем, опять же, в ее ужасном смысле, не в ее как вот адаптированном варианте, в ужасном смысле. Для вас легенда о святом Николае сегодня очень уместна. Мы вас поздравляем с этим праздником. Мы сейчас даем для вас сочинение, которое...